Добрый день, город Сан-Ремо, центр города. Вот наш любимый фонтан в Сан-Ремо, центр города, продается бывший отель. У нас вот сегодня последний день, если вы видите, там рай стоит, последний день фестиваля. Продается отель, 300 метров квадратных, бывший отель, повторюсь. В данную секунду продается, в минуту, в секунду продается как жилой объект, то есть апартаменты. И самое, что меня привлекает здесь, почему я сейчас снимаю все это, здесь 300 метров квадратных за 500 тысяч евро в центре города. Здесь можно сделать, так, давайте начнем сначала. Здесь 10 комнат, небольшой мини-отель. Можно оставить как есть, а можно сделать, например, 5 больших апартаментов. Например, убрать здесь кухню и здесь сделать огромный апартамент. Это у нас холл. Такие объекты я называю очень потенциальные, как сказал один мой друг. Из Екатеринбурга, в нем есть потенциал. Здесь жили раньше владельцы. Я извиняюсь, потому что отель, ну, апартаменты без света. Покажу, что есть, как это было. Самое прекрасное, что в принципе, здесь клиентам не нужно пользоваться машиной ничем, потому что все очень рядом. Рестораны, кафе, больница, если необходимо, бары, рестораны, запасные выходы на случай пожара. Сразу можно выйти. Несущих стен здесь мало, поэтому можно сделать хорошую планировку. Установлена система кондиционерная в каждой комнате, но сплиты, я думаю, нужно тоже менять. В каждой комнате туалет. Есть тоже место для того, чтобы поставить там велосипеды людям. Туалет еще один для обслуживающего персонала. Еще раз говорю, что мне понравился метраж, его стоимость. Ну, конечно, хотят 550, как бы, но это я вам говорю, что 500 нормально, но ниже не продаст.